Добрий день, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Контр. Аргумент по скрипту». Запрошували ми не одного гостя, запрошували ми також представників міськвиконкому, мали прийти до нашої студії Іван Присяжний або Олександр Жанжируха. Втім, не знайшли, на жаль, часу. І інший наш гість – депутат Миколаївської міської ради Олександр Курченко. Доброго дня, ми раді вітати вас у нашій студії. Здравствуйте. Тож сьогодні все розповідати про тему, по темі будете ви. А тема на сьогодні така – річкові перевезення та комунальне пароходство, пароплавство. Вчора під час програми «Контраргумент» ми порушували цю тему, багато обговорювали, втім не все обговорили до кінця. І спочатку я хотілося б дізнатися про історію цього питання, коли і чому почались розмови на тему відродження річкових перевезень. І я зараз не маю на увазі лише пасажирські перевезення. Як міськрада обговорює це питання? І серед вас, депутатів, яка думка стосовно того, чи варто створювати комунальне пароплавство? Ну, серед депутатського корпусу думки, собственно, дві. Одні за, другі проти. Ну, є ще некоторе кількість людей, які просто не мають устоявшегося такого мнення. Началось это в прошлом году, летом, на комиссию, на депутатскую комиссию начали приходить представители, такой инициативной группы по созданию коммунального этого предприятия и рассказывать, как это хорошо. В конце концов, был подписан 18 декабря прошлого года меморандум, был подписан он мэром, координатор инициативной группы Хачатуров и два представителя компаний австрийской и болгарской, Пархоменко и Захарчук. Вот они подписали меморандум о намерении создать пароплавство за участие коммунальной власти физических и юридических осіб. Ну, меня первое, что удивило в проекте решения сессии, это уставной фонд предприятия, который предлагался создать в 5000 гривен. Но сказать, это такая сумма нелепая. Ну, наверное, нелепая, не серьезная. Для примера я могу просто привести наши коммунальные предприятия, которые успешно работают. Например, Николаеводоканал. Уставной фонд 338 миллионов 765 гривен. Ну, понятно, это сети. Или взять тот же пионерский лагерь, да, вот он тоже не так давно создавался. Ну, не пионерский, это загородный дитячий заклад оздоровления «Дельфин». «Дельфин». Да, 2 миллиона 959 тысяч. То есть уставной фонд – это что? Это совокупность того, что город вносит при создании этого коммунального предприятия. А за 5000 гривен, не знаю, даже… А почему вот именно такая деревянную сумма? Лодку, наверное, нельзя купить, не то что пароход. Ну, резиновых можно. Резиновых, наверное, можно. Ну, пароходство… Давайте начнем с того, что сама идея возродить вот эти вот пассажирские перевозки, это очень здорово, это очень удобно. Я помню еще, когда в детстве, там, в юности ездили в родники на этих речных трамвайчиках, и на дачи, и на вот эти коренихи, большие, малые, богдановки. Это транспорт был. Я сама все детство, все лето мы на этих катерах, каждые выходные. Я сама все это прекрасно помню. Я, в общем-то, за то, чтобы это возродить. Очень хорошо, но когда в это дело вовлекается городской бюджет, ведь создается предприятие с участием городского бюджета. Ну, к этому надо относиться очень осторожно. Я вот вчера уже говорил в передаче, еще раз остановлюсь на, повторю этот факт для тех, кто, может быть, вчера не смотрел передачу. Даже построить обычный дом нужно проект. В проекте должно быть указано, какие стройматериалы, какая планировка, смета и так далее. Кто будет строить, там указывается подрядчик. Здесь же проекта нет. Создадим предприятие, а там дальше как кривая вывезет. Да. Ну, так серьезные решения не принимаются, на мой взгляд. Но эти же люди, приходя в горсовет, они как-то мотивируют, зачем им это нужно?
еще и с таким уставным фондом. Чем вообще апеллируют? Ну, о чем говорят? Первое, вот у меня вот такая мысль возникла, вот, что здесь какой-то подвох. Ну, по земельному кодексу коммунальные предприятия имеют право на получение земли городской вне конкурса, то есть без аукциона, и в принципе даже безоплатно. Это есть такое право, оно предусмотрено законом. То есть у меня первое возникло, а не кроется ли здесь какая-то попытка где-то безвозмездно получить землю. Второе, вот с таким уставным фондом непонятно, ну вот смотрите, стоимость кораблей, да, вот мы говорим о пассажирских перевозках и о грузовых. Ну вот обычный 2-3-тысячник корабль, да, который ходит река-море, он стоит, ну даже бэушный, там 2-3-4 миллиона долларов может стоить. А каждые 5 лет его нужно ставить в доки. В промежутках между этими 5 годами тоже его надо в док ставить. Ремонт, обслуживание, ну, причалы какие-то должны быть, порт. Ну это выглядит вообще... Просто это выглядит как авантюра. И каковы возможные результаты этой авантюры, вот по-вашему? Ну просто... Почему? Вот я как депутат, я считаю, что нельзя громаду, то есть городской совет, городской бюджет втягивать в какие-то сомнительные предприятия. Если это предприятие способно развиваться, если эти инвесторы действительно инвесторы, да ради бога, пусть они заходят, создают пароходство, но при чем здесь городской бюджет? Я этого не понимаю. Ну, если говорить о привлечении инвесторов, город какие-то условия все равно же должен создать для того, чтобы люди согласились здесь работать. И какие это условия должны быть? Да какие? Ну, обычные условия. Есть бизнес, есть конкуренция. У нас, мы вчера говорили, есть только один предприниматель, который наладил прогулки по реке, там, вокруг города. Будет больше таких предпринимателей, будет конкуренция, повысится качество услуг. У нас целое есть управление транспорта, которое должно этим заниматься. Сидят люди, получают зарплату. Я думаю, это их прямая обязанность как-то способствовать развитию бизнеса, привлечению инвесторов. А как по-вашему, какие условия, при каких условиях коммунальное пароходство имело бы право на жизнь? Или все-таки лучше это отдать частному бизнесу, чтобы действительно была, вот, как вы говорите, конкуренция? Ну вот знаете, вот у меня здесь перечень наших коммунальных предприятий, и кроме БТИ они все у нас неприбыльные. Я не знаю, почему. Не все висят грузом? Ну они не висят грузом, мне кажется, что такой как бы закрытый клуб там. Люди работают, получают зарплату, ну как бы и все. То есть как-то работают сами на себя. Я не говорю о таких вот, допустим, как Николай Водоканал, да, это важнейшее, я считаю, коммунальное предприятие, оно снабжает город водой, и, ну, на мой взгляд, они успешно работают. Довольно часто у нас бывают какие-то аварии, да, на этих сетях, ну, что там, старые все-таки, но они очень оперативно работают, устраняют, и здесь, как бы, говорить о какой-то там их прибыльности, о том, чтобы они должны что-то приносить в бюджет дополнительно, я думаю, не приходится. Но такие предприятия, допустим, как ну, вот ритуальные услуги, да, там как-то оно тоже называется. КП Николаевские ритуальные услуги. Да, вот, оно неприбыльное. Ну... А как оно может быть неприбыльное? Тут просто вообще как-то вот... Ну, у нас практически все предприятия неприбыльные. И еще вот такое одно плодить, которое будет только как бы из бюджета там извлекать средства. Я считаю это нерациональным, неразумным. Ну, вот вы как депутат, вы говорите о том, что часть людей согласна с созданием, часть людей не согласна, кто-то там в воздухе завис, не знаю, чем это закончится. В принципе, вопрос готов к тому, чтобы выносить его на рассмотрение сессии. Какова доля, судьба? Вот. Ну, этого пароходства. Судьба пароходства. Пока, на данный момент. Определится голосование. Вот 18 июня будет сессия городского совета. Ну, это если ничего не изменится. У нас довольно часто переносятся сессии. Ну, и вопрос будет стоять в повестке дня. И голосование покажет, какая судьба. Ну, я не думаю, что оно пройдет. Я не думаю, что этот вопрос пройдет.
Потому что достаточно много депутатов, которых, ну, авторитетных, которые выступают против этого пароходства. Я предлагаю сейчас посмотреть, у нас есть небольшой опрос. Наши журналисты обратились к николаевцам с просьбой поделиться своими впечатлениями, готовы ли они к тому, чтобы снова у нас на воде были катера, и будут ли они пользоваться подобным транспортом. Я предлагаю посмотреть, потом мы продолжим. Ну, мне, например, все равно. У нас же есть много мест, куда можно поехать, как бы, например, на тот же остров Херсон, ну, второй остров на Березань, например, поэтому там Кимбур, Шмидта, ну, и так, даже здесь на месте, в тот же Шачаков по воде, чем ехать париться по дороге. Было бы неплохо, в принципе. Пользовалось бы, как вы считаете, молодежь, это Я даже не знаю, если честно. Если будет такой же проезд, то, наверное, нет. Легче перейти. Положительно, но я не уверен, что он сейчас ходить будет из-за цены горючего. Только положительно. Это и реки бы чистили, то бишь заиливание убирали. Целиком и полностью положительно. Замечательно, но у нас, увы, его нет. А если бы вот было? Замечательно. Я бы с удовольствием пользовалась этой услугой. Раньше ходили в космос. Дачные кооперативы «Космос», «Родники» – вот туда бы хотели. Ага. И в сады обязательно, вот сюда, Богданов. И, то есть вы бы пользовались? Да, конечно. Ну, я не езжу. Нормально. Мне нравится, когда ездят там эти катерочки, парохода. Смотрите, вот интересно, люди младшего поколения, они как-то так пожимают плечами, видимо, они такие, вот действительно не знают уже, что это такое. Те, кто постарше, да, восхищаются, классно было бы. Ну, конечно, потому что мы же помним все это, помним поездку на катере, это всегда был какой-то даже праздник, это не сравните с в пыльном душном автобусе куда-то ехать на дачу. Вот. А цена горючего, ну, мы вчера говорили об этом, сейчас есть новые технологии, там двигателя уже не такие, как были раньше, потребление меньше горючего, можно электрические там применять. Ну, здесь батареи, в конце концов, не батареи, а солнечные панели есть, можно ставить, ну, для электрических двигателей. Знаете, мы когда готовились ко вчерашней программе, мы разговаривали с директором Черноморской яхтенной верфи. Вот он говорит о том, что, в принципе-то, все эти каштаны, умы, которые стояли на маршрутах, они же наверняка где-то есть, но уже они не отвечают времени. Там и двигатели нужно менять, действительно. То есть и в это тоже нужно вкладывать деньги. Ну, конечно. Поэтому здесь... Или нужно подходить ответственно, полностью создавать коммунальное, если создавать коммунальное предприятие, оно должно быть конкретно коммунальным, вот таким, как у нас является наше Николаево Электротранс, вот трамвайно-троллейбусное управление. Вот последние годы мы обратили внимание, да, появляется больше вот единиц транспорта, троллейбусов, трамваев, и за это лето, насколько я знаю, мэр говорил, что добавится тоже около 50 единиц электротранспорта. И точно так же нужно подходить тогда к созданию вот такого пароходства. Но для этого нужно реально сделать какой-то бизнес-план, посмотреть, во сколько это будет обходиться бюджету. И, может быть, совместно с областным бюджетом это делать. Тогда я вот... Учитывая маршруты, по которым могли бы передвигаться. Да, учитывая маршруты, куда там передвигаться эти катера. И тогда вот уже... Как говорится, с пониманием этого вопроса, ну как, голосовать или не голосовать за него, да, там принимать. А пока вот все это непонятно, мы можем единственное, что только приветствовать вот такой частный бизнес, который сам ни у кого, не прося никакой особенной помощи, берет и начинает вот развивать. Ну вот эти водные на данном этапе прогулки. А если бы вот была такая программа по восстановлению этого транспорта, это помогло бы и нашим заводам, нашему малому судостроению, которое еще существует и довольно так успешно выпускают и яхты, и катера, загрузили бы их заказами. Я думаю, это для нашего города было бы очень положительно. А если говорить о состоянии инфраструктуры, кто-то изучал
перед тем, как вынести вот на рассмотрение комиссии, изучал вопрос, как сейчас, в каком состоянии сейчас пирсы, есть ли какая-то ремонтная база? Это же все, есть. Но если это кто-то изучал, то это держит в тайне. На самом деле, вчера позвонила телезрительница в одном студии и очень такую здравую, на мой взгляд, высказала идею, что нужно обратиться к рыбакам. У нас же достаточно много было этих рыболовецких бригад. Сейчас в Октябрьском их несколько, по-моему. В Октябрьском, в Лупарево, в Матвеевке, в Очакове, там, я знаю, есть такие бригады. У них у всех есть свои пирсы, свои какие-то причалы. У них есть опыт работы, эхолоты, ну, оборудование. То есть, в принципе, с ними можно было сотрудничать на эту тему. А вот нам, вот сессионный зал, да, выносят этот вопрос, я считаю, абсолютно непроработанным и, ну, как попросту выражаясь, таким сырым. Вопрос сырой, он абсолютно не готов для того, чтобы выносить на сессию. Смотрите, в Европе, в Америке, в принципе, вот к таким перевозкам, к водному транспорту относятся очень серьезно. А в Нидерландах даже паромы, вот такой интересный факт, он меня в некоторой степени удивил даже, паромы – это считается частью дорожного полотна, паромы, которые по воде ходили. Вот есть еще у нас небольшой материальчик о том, как организованы перевозки в разных странах мира. Посмотрим и продолжим. Офіційно терміну «річковий трамвайчик» не існує. Так просто називають пасажирські судна невеликої водотонажності, які працюють в екскурсійному режимі або як громадський транспорт. Як правило, такі катерки можуть взяти на борт до 200 чоловік і розвивати швидкість до 60 км на годину. Термін «водний трамвай» використовують в Польщі, де до цієї категорії зараховують також каботажні берегові морські пасажирські судна, в тому числі доволі великі. В містах Західної Європи пасажирський водний транспорт здебільшого займає туристично-екскурсійну нішу, втім є і громадський транспорт. Так, в Лондоні існує ціла мережа пасажирських водних маршрутів – London River Services. Цікаво, що діяльність ліцензується Transport of London, а експлуатація здійснюється приватними фірмами. В Парижі існує система пасажирських катамаранів, які функціонують і як туристичний, і як громадський транспорт. Наприкінці ХХ століття в Нідерландах була впроваджена система громадського транспорту на воді, враховуючи унікальне фізико-географічне положення країни та розгалужену систему каналів в містах. До цього пасажирські перевезення здійснювались виключно паромами. Вони, згідно місцевого законодавства, відносяться не до громадського транспорту, а до дорожньої мережі. В англомовних країнах, Північній Америці та Новій Зеландії міський водний громадський транспорт часто називають водним таксі, але ходять вони за певним розкладом і перевозять доволі велику кількість людей. В Венеції водними таксі називають невеликі катери, які функціонують так само, як і наземне таксі. Смотрите, какое удивительное разнообразие всех этих и трамвайчиков, и катамаранов, и пароходиков, и всего-всего-всего. И Николаев, да, имея столько воды, и вообще не пользоваться такой возможностью, Ну, у нас многое за годы независимости пришло немножко в упадок, и, в общем-то, я же говорю, очень приятно то, что вот сейчас как раз такое время, когда начинает возрождаться, несмотря на вот нашу... Действительно, вот, военное положение в стране. Сейчас я же говорю, вот мне очень нравится, что и дороги восстанавливают, и транспорт общественный начинает восстанавливаться. Точно так же и очень бы хотелось, чтобы возродился наш водный транспорт. Я помню, был больше 10 лет уже в Будапеште, так там вот эти вот прогулки на речных пароходиках, это... Серьезная составляющая вот индустрии туристической. Ну, там Будапешт, конечно, вообще изумительно красивый город. Эти там 9 мостов там в иллюминации во всей. Там, когда по реке прогуливаешься, ну, очень красивая панорама открывается. Ну, я думаю, у нас тоже, в принципе, может быть, не так насыщенно, как в Будапеште, но, тем не менее, конечно. Показать есть что. Тем более, если посадить грамотного экскурсовода, который мог бы рассказать, вот это башня, то это вот это. Конечно, но я говорю, что даже обычная поездка на дачу, не в душной маршрутке, а на свежем воздухе, в прохладе,
на таком катере, и при том багажа можно было взять тогда больше с собой. Я думаю, это для николаевцев не менее важно. Вы знаете, мы буквально 2 недели назад с режиссером, который сейчас в данный момент за пультом, мы были в Черкасах и на фестивале, и организаторы фестиваля предложили участникам прогулку на катере. И вот именно рассказа о городе, рассказа о том, что мы проходим, что мы видим, это именно то, чего очень не хватало. Именно экскурсовода. Так, ну это такая ремарочка. Посмотрите, вот Лондон. Мы посмотрели. Лондон, там лицензирование на муниципальных службах, а все остальное, вот эти маршруты, все обслуживают частники. А в Николаеве также тоже можно сделать, правильно? И не цепляться к этому коммунальному проходу. На мой взгляд, это, в общем-то, вполне разумная схема. Бизнесом занимаются частные предприятия или предприниматели и платят налоги или оплата за лицензию, это уже не суть важно, платят в бюджет свои отчисления и спокойно себе работают. И там никогда не встанет, я думаю, внутри этих предприятий какие-то вопросы о коррупции и так далее. Вот мы сегодня тоже в большей степени говорим именно о пассажирских перевозках. Но я так думаю, это же не единственная отрасль. Там грузы тоже можно перевозить. И вот Небулон, в принципе, тут же оценил уже привлекательность такого вида транспорта. Ну, конечно. Я думаю, что это будет экономически выгодно. Например, наш ЖБИ, да, Николаев, прекрасное предприятие, работающее, там, ну, которое... и рабочие места, там, и продукция у них отличного качества. Они перевозят с Вознесенского карьера щебень, перевозят автомобильным транспортом. На сегодняшний момент это оказалось дешевле, чем железнодорожным. Но если бы была такая возможность, я думаю, они бы и речным бы транспортом, какими-то баржами возили бы к себе тот же щебень, и было бы это экономически выгодно. Поэтому... грузовые перевозки, ну это нас как жителей города больше, конечно, пассажирские интересуют, удобство людей и так далее. Но грузовые тоже забывать нельзя. И вот тот же Небулон, он же не обращался ни к городу, ни к области, давайте создадим коммунальное предприятие. Они вот создали свое предприятие и развивают, и на здоровье. Подытоживая, у нас буквально 1 минутка осталась, подытоживая, вот ваш вердикт, не нужно коммунальное пароходство в Николаеве, по крайней мере, в том виде, в котором его предлагают и ну, сегодня. Это мое убеждение, не только мое, еще довольно большой группы депутатов, что предприятие, пароходство, в принципе, это нужно, но в том виде, в котором предлагают, делая его именно коммунальным, с совместным с какими-то ну, для меня непонятными партнерами, это ну, вредно для города, для бюджета. Поэтому мы голосуем против. Содействовать частникам, частным предпринимателям в создании своих каких-то маленьких фирм, которые будут готовы и маршрутки пускать водные, и прогулочные катера. Вы готовы? Да мы-то готовы, но вот у меня есть один знакомый предприниматель, ну, в другой сфере работает, но не суть. У него, вот когда-то он сказал историческую фразу, не надо мне помогать, вы только не мешайте. Все. Поэтому, если наши чиновники не будут мешать, я думаю, наш малый, там, средний бизнес и Николаев всю страну вытащит просто из этой экономической, скажем, такой вот, из экономического упадка. Що ж, я дякую за те, що знайшли час, завітали до нашої студії, дякую за відповіді. На жаль, ми не почули транспортного відділу. Ну, будемо сподіватися, що наступного разу знайдуть час і також відповідати. Ми нарешті побачимо начальника транспортного цеху. Дякую. На все добре. Дякую.